«Формула» в Петербурге. Программа для тех, кто за рулем. Итак, дорогие друзья, слушайте вы программу «Русская формула». Гостем сегодняшней «Русской формулы» и, в общем-то, главным основным лицом сегодняшнего заезда является Инна Бедных. Именно она сегодня находится в автомобиле «Русской формулы», в котором находится Александр Фурумин, который нам сейчас, в свою очередь, будет рассказывать о том, что же творится на улицах Санкт-Петербурга, что там происходит. Сегодня, следовательно, 160-й заезд «Русской формулы», так что программа наша пошла на 4-й год. Я надеюсь, что сегодняшний заезд соберет наших постоянных участников, а также, я надеюсь, на новых людей, которые именно на 4-м году существования «Русской формулы» в Питере примут участие в нашей веселой, забавной передаче. Так или иначе, сегодня мы начинаем с музыки спокойной, хорошей. Вот певица, я надеюсь, понравится вам. Это совершенно новое имя для нас, но я надеюсь, поскольку я слышал этот материал от нашей программы до того, как мы организовали эту встречу с Инной. Материал интересный, на мой взгляд, очень профессиональный, главное, очень русский. А поскольку мы объединены дирекцией русских каналов, то совершенно, естественно, обязаны поддерживать и показывать различную русскую хорошую музыку. Не могли обойти стороной. Да, естественно, обойти стороной не могли. Так что вот 4-й год жизни передачи открывает Инна Бедных. Это дело, всякого разного рода гонки, и я так думаю, что наверняка обладаете каким-нибудь автомобилем. Ну, я не могу похвастаться. У меня Volkswagen Passat, не буду говорить, какого года, потому что это может разочаровать всех автомобилистов. Ну, почему же, почему? Может быть, он старый, но боевой. Он боевой, и отметины на нем говорят об этом, что автомобилистка крутая. Понятно. То есть вы совершенно не
Не обращайте внимания на габариты дороги, на едущие рядом машины. Ну что, кто вам сказал? Нет? Ну что, женщины вообще внимательные, я считаю. Да? Просто у них меньше опыта. Но поскольку у меня была возможность ездить ежедневно, целыми днями за рулем, то я уже давно не чайница. И более того, я понимаю мужское население, когда они говорят, тетка за рулем. Тетка за рулем, да. И стараются объехать стороной. Я понимаю, я сама теперь так говорю, потому что я уже понимаю, я уже влилась в когорту автомобилистов, которые ездят, как надо, в общем. Ну, как надо. Понятно, хорошо. Вообще, в Санкт-Петербурге ездить, не нарушая правил, конечно же, невозможно. Скажите, Инна, вы как лояльно относитесь к правилам? Дорожного движения? Безусловно, но бывают такие ситуации, вы сами сейчас сказали, что иногда лучше дружно нарушить всем, когда ты едешь в колонии там какой-то. И, так сказать, будет лучше для всех, для нас.
сегодня, сейчас. Русская формула уже подходит к своему финалу. Насколько я знаю, кортеж русской формулы в данный момент тоже находится уже на финальном этапе, если уже не на финише. Саша, привет. Да, да, Глебушка. Ну, собственно, финиш состоялся в соответствии со спокойным русским характером и набедных, и, собственно, и спокойной аудиторией у нас. Да? Но, правда, нас много. Гриша, покажи, пожалуйста, как нас много, чтобы не подумали, что мы выдумываем, сыны. Инна очень спокойная, философски говорит, я первый раз участвую, никто не приедет. Оказалось, все не так совсем. Людей много, и даже более того, люди еще и подъехали, пока мы подъехали к площади Смольного собора. То есть, в общем, на самом деле... То есть народ подтягивается. Без громкого такого, как бы, эстрадного флера, но все состоялось хорошо. И песни были спокойные, и певицы хорошие, и люди добрые приехали. Итак, собственно, что касается первого приза, то получила машина непосредственно девяточка, которая действительно шла за нами с самого... Самая упорная, которая... Да, да, там получился, так сказать, и плакат Инны, и лаза на компакт-диска, и видеокассета. Но для подведения итогов все-таки Анатолий Штомпель выходит в эфир, поскольку он у нас самый-самый главный судья. Итак, Анатолий, итоги сегодняшней русской формулы. Добрый день. Управление государственной инспекции Санкт-Петербурга, Ленинградской области приветствует всех радиослушателей Русского радио, Русского шансона, а также телезрителей оригинального телевидения. Состоялся у нас очередной заезд, кстати говоря, очень проходил спокойно, без скоростей, без нарушений правил дорожного движения, и очень спокойно прошел, невзирая на то, что там в городе тоже пробки, мы очень спокойно стартовали, спокойно финишировали у Смольного, как вот Александр Кромин говорил. Победитель у нас определился, им стал водитель «Жигулей» 9-й модели, Андрей Кириллов, поздравляем с победой. Ура! Ура, ура, ура. Да, поздравляю. Ну и также, в общем-то, участники, которые наши постоянно, Александр Вяземский, его товарищи, тоже они получат, естественно, поощрительные призы. И таким образом можно сказать, что все участники формулы прибыли. Мы поприветствуем нашу дорогую певицу Инну Видных, пожелаем успехов в творчестве. Песни ее русские нельзя просто не любить. Сотрудники государственной инспекции тоже с удовольствием слушают ее песни. Смею заверить, не нарушайте правила дорожного движения. Главное пожелание. Ну и таким образом, подводя итог нашей очередной формулы, я хочу напомнить, что с 20 сентября по 23 августа по 20 сентября проходит у нас операция «Внимание, дети!» профилактическая. Поэтому еще раз призываем всех автомобилистов внимательно быть детям на дорогах, чтобы таким образом избежать неприятностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. А всего, к сожалению, такие неприглядные цифры. У нас с начала года 35 детей погибло, и 700, более 700 получили ранее различные степени. Поэтому еще раз призываем к деятельности на дорогах. Специально для программы «Русская формула» Анатолий Штомпель.